Удивительное судно с названием «Лунатик» было замечено уже с нескольких континентов. Вроде бы ничего удивительного, но на этом корабле нет ни одного живого человека. Как такое может быть? С вами канал Макс ТВ. Сейчас узнаем. В 2007 году 70-летний мореплаватель из Словении Юра Штерк решил отправиться в кругосветное путешествие на с виду ничем не примечательном судне, которому он дал не совсем типичное для морских походов имя «Лунатик». Для связи с берегом он использовал собранное собственноручно радио, однако 1 января 2009 года он перестал выходить на связь. Через месяц его лодка прибилась к берегу Австралии, но на борту никого не было. Те, кто видели судно, считают, что оно находилось примерно в 1000 морских миль от побережья. Парусник был в отличной форме и казался неповрежденным. Там не было никаких признаков нахождения бывшего капитана судна. Также очевидцами не было обнаружено ни записки, ни уж тем более записи в журнале о причинах его исчезновения. Хотя последняя запись в журнале датировалась 2 января 2009 года. А в конце апреля 2018 года «Лунатик» вновь был замечен в море экипажем научно-исследовательского судна «Роджер Эвелл». Он дрейфовал примерно в 500 милях от побережья Великобритании, все в том же превосходном состоянии. Что случилось с его единственным пассажиром и всем провиантом неизвестно, однако с весны «Лунатик» был замечен еще порядка 3 раз, а именно в Индонезии, Японии и России. На этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.